желание кому-то что-то подарить прекрасное от всего сердца. Для этого мы с вами сделаем небольшое такое упражнение, которое поможет нам как бы сконцентрироваться, активизировать наше внимание, наши усердия на то, чтобы наши изделия сегодня, ну пусть они не полетели, но были бы прекрасными, были бы гармоничными и несли ту радость и любовь, которую мы хотим выразить. Поэтому сейчас я вам покажу одно упражнение небольшое, которое вы будете повторять за мной. Это гимнастика для рук и для всего тела, скажем так. Повторяйте за мной. Каждое упражнение, каждое движение повторяется 3-5 раз. Достаточно. Первое. Делаем массаж. Ставим так ручки. Вот так, этими центрами. Это то, как мы стоим на земле. Крепко и прочно. Потрем, чтобы активизировать нашу устойчивость на земле. Потом активизируем этот пальчик. Это наше творчество, наше умение делать все. На вот так.